Несколько лет назад я очень сильно захотела иметь ребенка. Vor einigen Jahren wollte ich unbedingt ein Kind bekommen. I wanted a child very badly. И когда я была намного моложе, у меня были аборты. Wo ich jünger war, habe ich Abtreibungen gehabt, gemacht. I had a couple of abortions. Wir können so lange wegschauen, solange wir kein Wort darüber hören. Мы можем не обращать на что-то внимания или игнорировать его до тех пор, пока мы не слышим ни слова об этом. Vielen Frauen geht's so wie dir. Многие женщины чувствуют себя так, как ты. Du bist nicht alleine. You are not alone. Ты не одинока. Zuerst kann man das Kind nicht gebrauchen. Вначале ребенок нам не подходит, мешает. Dann kommen die anderen nicht mehr, weil sie Angst haben. А потом другие дети не приходят, потому что они боятся. Und du hast jetzt die Chance, alle haben die Chance, sich zu erinnern. И сейчас у тебя есть шанс, у всех есть шанс вспомнить. Und du kannst jetzt für jedes Kind eine Kerze anzünden. Ты сейчас можешь зажечь одну свечу для каждого ребенка. Wir stellen sie dann da vorne der Reihe nach hin. И мы поставим их там в ряд. Set them up here in the front. Сделай это с любовью. One after the other. Do it with love. С сердечной теплотой. And care. Свет здесь. You can come to the candle. Ты здесь зажигаешь его. The small candle. Для каждого ребенка одну. Bevor du es hinstellst, gibst du ihm einen Namen. И прежде чем ты поставишь эту свечу на пол, ты дашь ему имя. Dass wir ihn hören, wir werden Zeugen von dem, become testimonies, dass du das Leben von damals heute achtest. Ты дашь ему имя громко, чтобы мы слышали его и стали свидетелями того, что ты уважаешь жизнь, которая была тогда, уважаешь ее сейчас. Светлана. Светлана. Иннокентий. Иннокентий. Маша. Петр, Петя, Батыр. Посмотри на них. Denk an ihre Väter. Подумай об их отцах. Their fathers. Und sag ihnen. And say to them. И скажи им. Es war schön mit deinem Vater. It was wonderful. Это было так прекрасно с твоим папой. Your father. Es war wirklich schön. It was Это было правда really прекрасно. Wonderful. Это было правда. Прекрасно. Und du dankst ihnen allen. And поблагодари you их thank всех. Them all. Я благодарю вас. Спасибо. Ich danke euch allen. I thank you all. Und jetzt behalte ich euch in meinem Herzen. And now, а теперь я сохраню вас I в своем сердце. In my heart. А теперь я сохраню вас в своем сердце. Und ich erinnere mich an euch. Я буду помнить will вас. You. Я буду помнить вас. Wer möchte noch jemanden erlösen? Кто хочет еще освободить Who кого-то? Would like to liberate someone? Mit Sammlung. Соберись. Centered. Собрано. Зажигаем свечи. Сергей. Александра. Маша. Мария. Анастасия. Тимофей.
Элиза, Андрей, Василиса, Анна, Андрей, Людмила, Сергей, Аркадий, Борис, Рая, София, Зоя, София, Мария, Константин, Григорий, Рафаэль, Мария, Дарья, Диана, Вера, Сергей, Александра, Виктор, Даша, Арман, Юля, Арсен, Константин, Анна, Егор, Любовь, Михаил, Лика, София, Хуан, Полина, Бернардо и София, Алоис, Лариса, Вивиан, Сриранка, Луис, Бернадетт, Парали, Вера, Макс, Александр, Лаура, Отто, Иван, Марта, Карл, Мария, Антонина, Леночка, Кирилл, Соня, Игорь, Александра, Чече, Анастасия, Саша, Андрей, Егор, Сергей, Юля, Кристина, Анна, Василиса, Любовь, Василиса, Андрей. Wir haben jetzt hier 100 Lichter stehen. We now have 100 lights here on stage. Здесь почти 100 огней. So. Und für die alle, die kommen jetzt auf die Bühne, die anderen, die herum waren, stehen auf und schauen auf die Lichter. Те, кто уже был наверху, встанут и станут сюда и смотрят на огонь. Все вы, да кого, кто еще не был, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Пойдите полностью туда. Die anderen bleiben auch unten, könnt auch unten bleiben in zweiter Reihe, da seht ihr auch gut auf die Lichter. Вы можете, если кому-то здесь нет места, стать внизу, здесь вторым рядом. Вы будете тоже хорошо видеть огонь. У нас еще есть немножко. Мири, Тазон, Диана, Александра, Мирине. Теперь каждому только по одной, если еще ни у кого нет. Оливье, Вова, Вова, Юлия, Арман, Юля, Денис, Артем, Ирин, Елена, Даниэл, Анна, Жером, Михаил, Хильда, Марьяна, Рудиер, Петер, Alfons, Edgar, Philipp, Susanne, Elisabeth, Konstantin, Andrei, Mikhail, Yefimia, Nikolai, Masha, Pasha, Zahar, Софья, Аня, Вася, Миша, Гриша, Катя и Лиза, Андрей и Константин. Суичи, Пале, Никита, Вальдемар, Андрей, Матвей и Данила. Анна Мария. Alle anderen können da. Цади. Андрей, Виталий, Оксана, Юлия, Виктор, Самуэль, Ренат, Лиза, Руслан, Вова, Ваня, Вова, Ваня, Сережа. Говорите, Зизолин Сторт Хёрен, sagen Sie es laut. Они должны их слышать, они же там, они должны вас слышать. Später will sie es sagen, jetzt kann sie nicht. Маша и Катюша. Александр, Андрей, Соня.
Катя, Оля, Саша. Анна Мария, Артур. Андрей, Виталий. Вера, Константин. Алексей, Василий, Сергей. Георгий. Юля. Владислав. Татьяна. Юрий, Алексей, Виктор, Надежда, Светлана, Елена, Алена, Вадим, Маша, Александр, Юра, Сергей, Оля, Света, Диана, Таня, Игорь. Янгу, Сангу. Давид, Шамиль, Яна, Сергей, Марина, Джавид. Олег. Саша. Даша. Света. Марина. Артём, Денис, Анна, Вера, Юля, Слава, и Ваня, Петя, Машенька, Чемил. Артур, Азалия, Адель, Аделина, Соня, Соня, Мунир, Ева, Мария, Тамара, Наталья, София, Алия, Кайрат, Нурали, Асанали, Михаил, Александр, Григорий и Ольга. Für alle, die jetzt keine Kerzen brennen, Для всех тех, для кого еще не горит свеча, я зажгу эту большую свечу. Denn diese Kinder haben ja auch alle einen Vater. All these children have a father. Потому что у всех этих детей есть отец. Und so halten wir auch die Väter hier present. This way we Поэтому здесь сейчас присутствуют и их отцы. Father is present. Настенька. Diese Situation betrifft uns alle. Эта ситуация касается нас всех. Männer wie Frauen, Men and women alike. Keiner ist ausgenommen. No one Никто is excluded. Не исключен. Und wenn es in der eigenen Familie im Augenblick nicht and ist, dann vielleicht davor. Moment, даже если может быть в семье прямо сейчас, это не имеет места. Oder bei den Geschwistern. То это было раньше. Среди братьев и сестер. Alles hat seine Frequenz, it all seine has Auswirkung. Its own frequency as an effect. Своё воздействие и свои последствия. Und ist in Resonanz zu dem, was dazugehört. И находится в резонансе с тем, что принадлежит сюда.
Und jede Person macht daraus für sich das, was sie für angemessen hält. И каждый человек сделает из этого то, что он считает подобающим. Denn über das Leben geht nichts. Because nothing Нет ничего превыше жизни. Und die Basis vieler Probleme, the basis of many problems, и основа многих проблем, die sind hier, она здесь. Here. Auch wenn wir nicht daran denken, даже если мы не думаем об этом. Und wenn wir alle bereit sind, einen Platz in uns zu geben, и если мы все готовы дать им место, und jetzt zuzustimmen, dass es so ist, wie es war. И сейчас согласиться с тем, что это так, как оно было. In der Liebe, die damals war, als das Kind gezeugt wurde. В любви, которая была тогда, когда был зачат ребенок. Seid ihr einverstanden? Вы согласны? Do you agree? Jeder zieht sich nach seinem Ermessen gemäß zurück. Each one withdraws according to his or her movement. Уйти в соответствии с тем, как это правильно для него. In Gedanken an die Männer. С мыслями о тех мужчинах, die Miterzeuger dieser Leben waren, которые были причастны к зачатию этих детей. Sie sind nicht außen vor. Они не где-то там, и их это не касается. Aber die letzte Verantwortung bleibt bei der Frau. Но последняя ответственность остается у женщины, за женщиной. Und auch die letzte Entscheidung. И последнее решение тоже. Sonst wäre es nicht so geschehen, wie es geschehen ist. Иначе это бы не произошло так, как оно произошло. Wir danken euch für euer Vertrauen. Мы благодарим вас за ваше доверие. Und für die Zuversicht, die jetzt daraus wachsen möge. And и за ту надежду, которая может расти из этого. Here. Здесь. In Siberian. In Siberia. Сегодня необычное утро. Heute ist kein besonderer Morgen. Today я проснулась, было красное солнце. Обычно у меня оно желтое. Ich bin heute aufgewacht und die Sonne war rot. In der Regel ist sie gelb bei mir. Viele Птицы. Хором. Die Vögel sind im Chor gesungen. The birds sang in a choir. Птица, она пела так ярко, что другие замолчали. Und dann hat ein Vogel gesungen. Das hat so intensiv gesungen, dass alle anderen still geworden sind. Вчера вечером мне захотелось что-то подарить Софии, чтобы оно было созвучно с нашей душой. Gestern Abend wollte ich der Sophie etwas schenken, was im Einklang mit unserer Seele wäre. Было такое же простое, как эти цветы. Und so einfach wäre wie diese Blumen. Something as simple муж сказал, ты понимаешь, засуха. То, что ты любишь, в поле цветы не выросли. Mein Mann hat gesagt, es ist Trockenzeit jetzt. Und das, was du magst, es gibt keine Feldblumen im Moment. Мы потратим полночи. Мы начали обзванивать, у кого в садоводстве выросли цветы. Мне отвечали, цветы не выросли. Und wir haben dann die ganze Nacht damit vollbracht, alle Gärtnereien abzutelefonieren und nach den Blumen zu fragen. Aber nirgends gab es diese Blumen. Я приехала в садоводство, начала спрашивать, у кого есть цветы. Да, мне принесли цветы, и здесь цветы от всего народа. Und da sind die Blumen.
vor dem ganzen Volk. And this, these are the flowers from all the people. Васильки, васильки, сколько их выросло в поле, где-то у той реки я их сорву для Берга. Das ist ein Gedicht über ganz besondere Blumen von hier, die sind blau, wunderschön blau. About very beautiful flowers, blue flowers, which are not available now. And she said she will find them and she will get them for Bert. Ich werde die Blumen als Erinnerung jetzt hier dazulegen. I will put these flowers down in remembrance. Stempel da hier in der Mitte jedes Samenkorn für ein Kind. Каждая тычинка здесь, каждая семечко в честь ребенка. Tausende. Thousands of seeds. Für hier, für Irkutsk. For Irkutsk. Для Иркутска здесь. Сопровождали это все до 11 вечера.